спортивно-концертном комплексе имени Виктора Блинова торжественно открывают первый в истории международный турнир по боксу на призы двукратного олимпийского чемпиона Алексея Тищенко. Многих спортсменов повидал на своем веку этот спорткомплекс. Сотни турниров по разным видам спорта проводятся здесь. Однако сегодня день особый. Встречают участников первого в истории международного турнира по боксу. Зрители, спортсмены, почетные гости. От фестиваля бокса никто не остался в стороне. Этот турнир сегодня первый. Но я считаю, что сегодня он возьмет начало и будет продолжаться, пока Алексей будет заниматься тем, чему посвятил всю свою жизнь. И в летопись Омской области этот турнир пишет свою новую страницу. Сегодня у нас есть понимание, что этот турнир даст на следующие периоды новых участников. И, соответственно, новые болельщики и новые ребята придут в этот зал. Огромное всем спасибо, всем омичам, которые сегодня присутствуют в этом зале, и всем, кто, я надеюсь и уверен, придет еще завтра и послезавтра на финальные поединки. Хотелось бы, конечно, чтобы турнир, я уверен, я приложу все усилия, чтобы он стал традиционным и продолжался из года в год и рос качественно. 7 национальных сборных, около 60 участников. На протяжении 3 соревновательных дней боксеры оспаривали звание лидера. Самыми представительными весовыми категориями были до 60 и до 69 килограммов. Самой малочисленной – свыше 91 килограмма, где выступали 2 боксера. Всего спортсмены выясняли отношения в 10 весовых категориях. Почетным гостем турнира стал двукратный чемпион мира по версии WBA Николай Валуев. Известный спортсмен, депутат Государственной Думы, посетил соревнования по личному приглашению Алексея Тищенко. Атлет посмотрел полуфинальные бои турнира, раздал не один десяток автографов и поделился впечатлениями от Омска. А самое главное, что первый же турнир является международным. Вот вы по флагам видите уже, какие страны приехали. Я думаю, что на следующий год, скорее всего, приедет еще больше, потому что по собственному опыту знаю, у меня там есть турнир, только детско-юношеский. Каждый год все больше приезжают. Самое главное, что привлекательность в том, что организация самих соревнований высочайшая, замечательный зал и призы, интерес, общение спортсменов. Омские спортсмены были представлены практически в каждой весовой категории. Наша команда завоевала 6 золотых наград. Первый в истории турнир на призы двукратного олимпийского чемпиона Алексея Тищенко состоялся.